Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2014 года стал известный французский писатель Патрик Модиано. Как говорится в заявлении Нобелевского комитета, премия присуждена за искусство памяти, благодаря которому он выявил самые непостижимые человеческие судьбы и раскрыл жизненный мир человека времен оккупации. Практически все произведения писателя автобиографичны и связаны с темой оккупации Франции во время Второй мировой войны. Модиано стал 11-м по счету французом, которому была присуждена Нобелевская премия по литературе. Писатель получил 8 миллионов крон, это более 1 миллиона долларов, а также диплом и золотую медаль.